Ребят, ну пожалуйста. А кто начинает? Давай ты. Я. Денис, блин. Дайте мне пару часиков сейчас. Невозможно работать, конечно. Передохнуть, а нет? Что ты снимаешь? Ничего, просто я тебе со стороны показать хочу. Типа я клоун, что ли? Почему? Ну, что ты мороженое, судя по шапке. Какой нахуй клоун? Ну, лизни меня. Мороженое, не разговаривай. Все, блядь. Это тупик, это юмористический тупик. Это, знаете, если Баскин Робинс вдруг тоже решит уйти из России, для них готов прощальный ролик. Thank you.